На встрече с уличными комитетами глава администрации подвел итоги проведения субботника и обозначил актуальные проблемы, которые существуют на территории городского частного сектора. Встречу с руководителями уличных комитетов в администрации начали с обсуждения результатов проведения субботника в частном секторе. Обратилось всего 8, несколько уличных комитетов, председатели получили 8 талонов на размещение мусора за счет местного бюджета, из которых 7 реализовали, да, один талон где-то еще у кого-то находится. Ну, это 31 кубометр, я считаю, что мало, да, то есть у нас не очень активны уличные комитеты, я думаю, работают, может быть, как бы независящие от них причины, там, другие не хотят убирать мусор. Но в целом, то есть по частному сектору проезжали, мусора много. Также у администрации возникли претензии к содержанию жителями частного сектора придомовых территорий. Нередко хозяева складируют строительный мусор за границами своего участка и не вывозят его годами. Сейчас нашим отделом ведется работа, разводят уведомления дома, у которых на прилегающей территории, ну, за границами отведенных участков, находятся всякие различные стройматериалы, какой-то мусор и так далее. То есть в течение 15 дней это вот нужно убирать. Руководителям уличных комитетов напомнили, что такое поведение является административным нарушением. Тем частникам, кто собирается вывозить свой мусор, администрация идет навстречу. Мы просим по-человечески уберите. Мы готовы дать вам на это талоны на бесплатное размещение отходов. Но чтобы правильно понимали, вывозка и утилизацию берем на себя. Вывозка все-таки это за уличными, за вами, за частниками, которые проживают. Владельцев частных домов администрация также заподозрила и в создании проблемы несанкционированных свалок. На их уборку приходится изыскивать средства из бюджета, хотя уборка и утилизация мусора – прямая ответственность хозяев. Несанкционированные свалки, так называемые, это организовывают частники. Мы знаем, в больших домах там есть контейнера, они сбрасывают, а здесь якобы некуда сбрасывать. Но ведь за контейнера люди платят за мусор. Почему частник не должен платить за свой мусор? Мы придумали схему мешки цветные. Она нормальная, она дешевая схема. Тем не менее, идея покупки специальных мешков для мусора среди частников особого энтузиазма не вызвала. Некоторые до сих пор вывозят свои отходы на контейнерные площадки многоквартирных домов или выбрасывают по обочинам дорог. Впрочем, и у руководителей уличных комитетов нашлись вопросы к администрации. Обочину дороги по улице Бойкова частники чистят своими силами. Оно затем-то закреплено. Ну, чистят ее зимой. Станция зимой. Зимой, да, станция. Значит, там же автобус ходит. Значит, закреплена точно. Ну, только снег, да, вот это. Ну, так нет, надо и снег, значит, и должны убирать и летом. Также коснулись и темы ремонта дорог. Пока в городе латают центральные улицы, и до частного сектора руки, как правило, не доходят. Больной вопрос, но вот хотелось бы, у меня мечта просто хотя бы по одной, там, по двум улицам, хотя бы покрытие потихонечку менять. Ведь это знаете, в советские времена, по-моему, асфальт нужен сюда. И больше никогда. То есть вы, я чему хотел это сказать-то? Я не себе обещаю, собираюсь, а говорю, что мы знаем эту проблему. Но как ее решить, я пока не могу найти. Обеспокоенность жителей вызывает также забор вокруг автовокзала. Подъезда к территории автовокзала нет, и люди вынуждены идти по дороге с оживленным движением. Глава администрации выразил надежду, что теперь, когда у транспортного предприятия сменился руководитель, с ним удастся построить диалог и найти решение проблемы. После обсуждения хозяйственных вопросов начальник участковых уполномоченных полиции Руслан Махмудов доложил оперативную обстановку в городе и напомнил часы работы сотрудников полиции на участках. Напомню вам, когда осуществляет участковый уполномоченный прием граждан, это 3 дня в неделю, обязательно, когда участковый уполномоченный находится на участковом пункте полиции. Это среда, четверг с 19 до 21 часа. Воскресенье с 10 до 12 дня. Татьяна Мельникова, Сергей Шелковкин, новости АТВ.